Российском правительстве назвали пропагандистскими выпадами расследования Навального о тайной недвижимости Дмитрия Медведева. Я Егор Гордеев, здравствуйте. Пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Алексея Навального носит, цитирую, «ярко выраженный предвыборный характер», и комментировать это бессмысленно. Она также назвала расследование выпадами оппозиционного и осужденного персонажа. Сам Навальный свой новый доклад о тайном имуществе российского премьера назвал самым крупным расследованием в истории своего фонда. Юристы фонда по борьбе с коррупцией утверждают, что Дмитрий Медведев владеет огромными участками земли в элитных районах, яхтами, квартирами в старинных особняках, распоряжается агрокомплексами, винодельнями как в России, так и за рубежом. В расследовании говорится, что настоящего владельца отследить почти невозможно. Активы записаны на благотворительные фонды и фактически никому не принадлежат. Ссылаясь на выписку из Росреестра, в фонде оппозиционного политика утверждают, что один из домов на Рублево-Успенском шоссе Медведеву передал российский миллиардер Алишер Усманов. Поместье и земля вокруг него стоят около 5 миллиардов рублей. Командующий, командир первого взвода, второй роты сборов, лейтенант Матвиенко. Добрый день. Здравия желаю. Нормально. Нормально.